यस्यास्ति वक्तिर भगवती श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад сказал, что те, кто приходит в Гаудиамат, чтобы злоупотреблять тем божественным знанием, которое доступно в Гаудиаматхе, у них нет связи с Гаудиаматхом, и Гаудиаматха не может быть и нет никакой связи с ними. На самом деле, Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад сказал, что мы гаудии. Если у нас есть какие-то особые качества, особые достоинства, то мы никогда не гордимся ими, поскольку любая сила, любые достоинства, любые качества, которые приходят к нам, мы думаем так о них, что все снисходит с единого источника. У нас нет никаких качеств, никаких достоинств. Все качества, они исходят из Гурупад Падмы. А Гурупад Падма, он также думает, в свою очередь, что все качества, вся эта сила, она исходит из его Гурупад Падмы. В конечном итоге вся сила идет от лотосных стоп Радхарани. Те возвышенные преданные, actually inside their heart Krishna is there. В их сердцах Кришна. They love Krishna. Они любят Кришну, поэтому Кришна не может уйти из их сердец. As if they are, you know, putting Krishna inside their heart permanently. Они как бы поместили Кришну в свои сердца постоянно. Actually, you can find this word, you already know. Krishna can take rest inside the heart of devotee. To be frank, Krishna is there everywhere. Krishna is omnipresent. Но чистоту Кришна везде присутствует. Кришна все ведут, все присутствуют. Ну то есть как он, все проникающие. Krishna is actually omnipresent. You cannot find out even a single не найти ни единого местечка, где не было бы Кришны. Но все еще, почему в Писании говорится, что Кришна может отдыхать в сердце хороших преданных, Парамахамса преданных? Почему? Бхакти-сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур. В сердце чистого преданного нет желания. That's why Krishna can feel comfortable. Кришна там себя чувствует комфортно. Because there is no desire. Потому что там нет желания. Если там есть желание в сердце, если есть кама, Кришна там неуютно. Поэтому, хотя Кришна присутствует в сердце каждого живого существа, внутри сердца чистого преданного Кришна может хорошо отдыхать. Бхакти-сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада приводит пример. Very nice paramount. And after that you offer to Krishna. Вы делаете что-то какое-то хорошее, вы предлагаете его Кришне, раздаете
этот просад сатсатхи, они чувствуют, что это такое. Это нельзя есть. Почему? Very fine stone, white stone is there. Там маленькие, крохотные белые камушки, которые похожи на маленькие лисички. И нельзя было их отличить. Though the parama is very nice, и хотя вроде бы блюдо очень хорошее, но вот там вот камень, камушки белые маленькие, никто не может это понять. Поэтому nobody can take никто this prasadam. Есть этот просад не может. Оба speaking this way, рассказал, if our heart is contaminated with different kind of desire, kama, различными желаниями, камой, тогда Кришна не будет чувствовать себя уютно. Это большая проблема. Ясьясти бхактир бхагавати агинчана сарвагунистатро шамасати сура хару абхакта сукуто махадгуна мано расхена асато дхавато бхи. Actually, in this sloka it is written that those who are not devotees, material people, their mind is running outside. Their mind always running outside. They are always thinking about different kind of, you know, lucrative things. Роскошных вещей, они хотят обрести эти вещи, они хотят получить то или это, и таким образом. Ясасти бхактир бхагавати акинчана. Акинчана бхакти means означает pure devotion. Чистая преданность. Акинчана бхакти means pure devotion. There is no reason for why I am doing seva. То есть, а чистая преданность — это когда нет причины, по которой я делаю служение Кришне. Я не могу сказать, почему я люблю Кришну. Я не могу сказать, почему мне нравится служить Кришне. Это Акинчана Бхакти. Не должно быть никакой причины, которая вызывает мою преданность. Ясо ости, in санскрите. Ясо ости, in санскрите. He who have this kind of devotion, такая преданность. Ясасти бхактир бхагавати акинчана. Ясасти бхактир бхагавати акинчана. Then he can have all nice qualities inside him. Ясасти бхактир бхагавати акинчана. Сарва гунаис таттра самасати сураха. Сураха не демигод. Сураха — полубоги. All demigods, и все полубоги, they also живут в сердце чистой преданной. Им нравится помогать такому чистому преданному всеми своими хорошими качествами, потому что у каждого полубога есть свои соответствующие хорошие качества. И этими качествами им нравится быть в сердце чистого преданного. Кришна говорит Уддхаве. You can find his advice in 11th canto. Эти советы в 11-й песне. In 11th canto you can find Krishna giving advice to Uddhava. Кришна дает совет Уддхаве. Уддхава, you see, actually those who are common people, знаешь, обыватели, they are always inside Maya. Они всегда в моем сердце. For them, для них those demigods always against them. Эти полубоги всегда. Those demigods always acting against them. Эти полубоги всегда действуют против них. Even Krishna speaking. Кришна говорит. Those who are taking sannyas. Те, кто принимают саньясу. Krishna speaking. Кришна говорит. Уддхава.
Про тех, кто принимает саньяс. Боги любят нападать на таких людей. Они всегда против них. They cannot come out successful. Поэтому они не могут Sometimes быть успешными. Seen, иногда видно, they have taken sannyas, они приняли саньяс. They have taken brahmacharya, vrata, but still cannot, they cannot come out successful. Но они не могут быть успешными. Because as and when, потому что they take that kind of, когда потому что, как только мы принимаем такую врату, мы хотим идти к Кришне, мы хотим следовать саньяса врате, тогда все полубоги начинают завидовать им и начинают чувствовать им наперекор. И поэтому часто видно, что те, кто принял саньяс, обычно they're enjoying full kripa of Gurudev. Нападает майя до тех пор, пока они не получают полную милость Гуру Дева. Enjoying full kripa of Guru Vaishnava. They cannot promise они не наслаждаются полной милостью Гуру Вайшнав, они не могут быть успешны. Но когда эти полубоги But when those demigods, they find He's a great devotee. Когда эти полубоги видят, о, он хороший преданный, ему нравится служить Кришне из глубины сердца. От всего сердца ему нравится без причины делать сэву. И он находится на таком уровне. Мы не должны нападать на него. Мы не должны играть с ним. В этом случае такой преданный будет успешен. Бхактивинод Такур также говорит таким образом. Сунича агам веде махима тума Sri Krishna Vimukhe Dvani Karao Sansar Sri Krishna Sanmukha Jaya Bhagva Kame Hoy Tare Mukti Diya Karo Asuka Hoy You heard about this? Мы слышали этот стих, нет? Kuladevi Yogamaya Bhaktivinoda Thakur in Kirtan во время Дхам Парикрама обычно вся наша Гуру Варака поет эту песню перед Рода Майи на Парматале. Куло Деви Йога Майя Море Кипа Кори Аваран Самбори Ве Туми Вишо Дори Суне Чи Агамо Веде Мохима Томаро Sri Krishna Vimukhe Dvani Karao Sansaro. Bhaktivinoda Thakur пишет. Hey, Kuladevi Yogamaya. O Kuladevi Yogamaya. Why Bhaktivinoda Thakur speaking this way? Почему Bhaktivinoda Thakur так говорит? Why Bhaktivinoda Thakur speaking this way? Kuladevi Yogamaya. Kuladevi обращается к ней Kuladevi Yogamaya. Sometimes you can find. Kuladevi означает. Иногда вы можете in disciplic succession, в ученической преемственности у нас есть парампара, у нас есть Kuladevi, Kuladevi. In your, you know, destiny, in some, you can find some special deities there. Кто-то говорит, мы брахманы, и в нашем роду They are also being this deity, Vishnu. This way, sometimes. So we Vaishnava, we have our Kuladevi. Kuladevi. Kuladevi, we Vaishnava, Govi Vaishnava, Govi Vaishnava. Kuladevi. We always think, our Kuladevi is Yogamaya. Because anyhow, without the help of Yogamaya, we cannot reach up to Krishna. Мы не можем прийти к Кришне. Only we can get in touch with Krishna in Kuladevi Yogamaya. Yogamaya means he is always helping us to get in connection with Krishna.
вы соединяете с Кришной. Махамая действует наоборот. Staying in this material world, for them, magic spell of Maya is always there. Магические иллюзии Майя всегда присутствуют, и что делать? They have no 100% submission, nothing. У людей нет 100% предания, ничего, поэтому Махамая всегда есть здесь. Но когда out of the influence of Mahamaya, человек выходит из-под влияния Махамайя, тогда только йога Майя может помогать. So, не то, но после. И мы, Вайшнава, Гаудия Вайшнава, Бхактина Такура, говорит, что наша Кула Деви, то есть в роду наших предков, мы всегда поклоняемся йога Майя. И в Брихад-Бхагаватамрите можно найти также, что Санатана Госвами пишет, Гопа Кумар, он Кам Гайатри получил Камакши от Камакши. You know? Камакша, Йогамая. Камакша, это Йогамая. Вас сам ее так называют. Some devotee, некоторые преданные, so-called devotee, presumed devotee, they always fighting. We should not go to Камакша. Why we should go there? It's very bad. Зачем мы должны ездить туда? Это очень плохо. In my whole life, I went to Assam one time. Всю свою жизнь я был в Ассаме один раз. Шрила Вишну Госвами Махарадж, he is the godfather of духовный брат Бамангусей Махарадж. Very high class devotee. Очень возвышенный преданный. Вы не можете понять. Sometimes some devotee living their life in such a plain way, simple way. Ведут свою жизнь так просто. Можно думать, что в них особенного? Невозможно понять. I know. Но я знаю, he's high-class devotee. Он высочайший преданный. He used to love me so much, so strong love for me. I just cannot cut. Я не мог разорвать эти отношения любви. Actually, he requested me to come to Assam. Попросил меня приехать в Ассам, потому что giving Harikatha chief to everybody who must come. Объявил о Харикатхе всем, нужно приезжать. Я сказал, я не могу приехать, Махарадж, мне нужно ехать в Кумаргаон. Нет, ты должен поехать, 35 километров все. После этого Махарадж уехал, и когда я вернулся из Кумаргаона, через 6 месяцев Махарадж ушел, и я плакал. О, я не смог сдержать слово, я надо было послушаться его. И по милости Вишну Махараджа, они все пригласили меня. Они знали, что Махарадж любил меня, и на день его ухода я поехал туда, я говорил Харикатху. Также в Гуате, а недалеко от храма Камакши, я говорил Харикатху о Камакши Деви, о Йога Майе. На Бенгале. Камакша Деви, Йогамая, мы знаем из Брихад Бхагаватам, Санатана Госвами говорит, что Гопа Кумар получил Кама Гаятри от Йога Майя Деви. От Камакша Деви. This is called Devi Dham. Это называется Devi Dham. This is called what in which you are, what I mean to say, if you are pure devotee, then of course you are not in Devi Dham. Конечно, вы не в Devi Dham. Но все, что мы видим, это Devi Dham. Это не настоящий Вриндаван. Это Вриндаван, конечно. Вриндаван всегда трансцендентный. Вриндаван нет связи с материальным миром. Бхактивинод Такур говорит, практически не связано с материальным миром. Есть сеть, которая скрывает этот храм. Все материальные люди находятся в этой сети, на этом плане. Они не касаются храма.
Те чистые преданные всегда находятся в дхаме, как Мадхавендра Пурипад, Ишвара Пурипад. Они всегда находятся. Все они всегда находятся в дхаме. Поэтому на самом деле просит о Йога Майя. I request you, please try to unveil the covering. Actually, Bhaktivinoda Thakur teaching us. Bhaktivinoda Thakur teaches us. Для Bhaktivinoda Thakura нет этого покрывала. Для чистого Вайшнава их даршан, зрение настолько чистое и совершенное, что они могут видеть все что угодно, что угодно. Они могут видеть все, что угодно. Though apparently you can find that Bhagavanda Bhavaji Maharaj is now at present in Kalna, Bhagavan district. Bhagavanda Bhavaji Maharaj, now he is staying in Kalna. Now in that time, now Bhagavanda Bhavaji Maharaj is gone. Almost 150-120 лет назад. Услышал о Бхагаван Дас Бабджи Махараджи, и он хотел получить даршан. Бхагаван Дас Бабджи Махараджи шел издалека. Он хотел получить даршан Бхагаван Дас Бабджи Махараджи. И именно в этот момент, когда он хотел войти в Баджан Кутир, можно было увидеть, что Бхагаван Дас Бабджи Махарадж стоит в поле и с палкой вот так вот издает такие звуки. И этот землевладелец не мог понять вообще, что происходит. Может быть, он на меня злится и хочет отогнать меня? И затем этот землевладелец ушел, он испугался. After that, he expressed grief in front of a devotee. Потом перед какому-то преданному он пожаловался: ты пригласил меня получить даршан Бабаджи Махараджа, я уже собрался войти в Баджан Кутир, но он отогнал меня. Я вернулся, этот преданный пришел к Бхагаван Дас Бабджи Махараджу, у него были хорошие отношения с ним. Бабаджи Махарадж спрашивает он: этот землевладелец хотел получить даршан ваших лотосных стоп, почему вы отогнали его с палкой? Когда? Да вот вечером в 5 часов вы говорили вот так. Нет. В Вриндаване, в Говинда Мандире, там козы пришли, и туласи жевали, и я отгонял их. Говинда Мандир там, во Вриндаване, да? Кто-то спросил из Вриндавана, это было абсолютно точно. И тогда какая-то коза вошла туда, где в сад Туласи, и начала жевать Туласи. Но Бхагаван Дас Бабджи Махарадж, который вроде бы жил в Бардамане, в Калне, но его там в тот момент, он всегда был в Вриндаване. Поэтому Прабхупада приводит этот пример. Чистый Вайшнав, его зрение, даршан, настолько четко, что он может видеть все в вашем сердце, в сердце каждого живого существа. Может наблюдать так ясно. То есть для него нет препятствий для его зрения. Но, для обычных людей есть различные препятствия, поэтому они не могут видеть все ясно. Всегда завеса майи присутствует.
Майя не может вам позволить видеть, что есть что. Дается пример. Предположим, из чистых лотосных цветков вы соберете мед. Пчелы собирают мед, и у вас есть шанс добыть какое-то количество меда. Этот мед настолько чистый и ароматный, и вы можете его держать в любом месте и будете видеть, что над ним все время будут кружиться пчелы. И предположим, вы оставите этот мед в бутылочке, и они жужжат вокруг, потому что чувствуют аромат, но они хотят соприкоснуться с медом. Но между медом и пчелами есть завеса, то есть вот эта вот стеклянная преграда, поэтому они не могут соприкоснуться. И те, кто хотят заниматься рагануга, рупануга, баджаном, они могут пытаться, я не возражаю. Но под руководством Прабхупады Бхактивинанда Тхакура Кеши Госвами Махарадж, Шридхара Госвами Махарадж, вы должны знать, узнать от них точную процедуру, иначе вы можете притворяться, что вы делаете, но материальная рага будет в вашем сердце. Может быть, в вашем сердце материальная рага. Я касательно этого момента я могу много говорить потом. Но так или иначе, таким образом, Парамбуджа Пачанта Госвами Махарадж говорил, эти пчелы не могут соприкоснуться с медом, потому что между ними стеклянная преграда. Поэтому всегда старайтесь помнить, что наше зрение нечистое. Всегда пытайтесь думать. Это большая глава, большая сиддханта. Я хотела обсуждать это в Майяпуре. Я что-то обсудил, но эта тема очень обширная. Это Вриндаван. Это называется Бхома Вриндаван. Как будто бы Вриндаван нисходит в материальный мир. И в этом мире вы можете видеть Говардан, Ямуну. И в то же самое время вы можете видеть Майю. Потому что ваше зрение несовершенно. Те, чьи глаза чистые, глаза чистых преданных, могут чувствовать, что они на Голоке. Они могут увидеть Голоку отсюда. И они могут видеть Гокулу тоже, ясно. Гокуле. То есть даршан Голоки, они могут видеть Гокулу. И в Гокуле они могут видеть Голоку. Я могу постараться объяснить вам этот момент позже, но на самом деле Бхактивинода Тхакур просит: «О, Йогамая, пожалуйста, позволь мне соприкоснуться с Кришной. Дай мне шанс правильно совершать Кришна Баджан. Есть оболочка, пожалуйста, постарайся снять эту оболочку, иначе я не смогу видеть». И Кула Деви Агама и Нигама, есть два канала, через которые ты получаешь трансцендентное знание. Один Агама, другой Нигама. От Санкаршаны, Чатухсан, то есть вот это вы получаете Агама. Нигама — это Кришна Хойте Чатур Мукхи, это вот наша Гуру Парампара Сок. Песня. Это все Нигама. Нигама и Агама. Есть два канала, через которые вы будете получать трансцендентное знание.
Хотя, казалось бы, процедура разная, но в конечном итоге результат одинаковый. Через сангаму вы можете получить то же самое, что и через нигаму. И Бхактивинода Тхакур теперь говорит. Мы слышим по этим двум каналам много славы. Те, кто враждебно настроен по отношению к Кришне, те, кому никогда не хочется делать Кришна Баджан, для тех, ваша майя может давать им проблемы в материальной самсаре. Они будут находить вкус к материальной жизни. Почему миллиарды людей ведут семейную жизнь? Почему? Потому что они получают вкус. Поэтому но те, у кого нет вкуса к семейной жизни, они, конечно же, будут получать вкус из другого канала. И таким образом Бхактивинода Тхакур просит. Те, кто наслаждается полной милостью Садгуру и Вайшнава, для них ты позволяешь им прийти к Кришне. Они могут совершать истинный Кришна-бхаджан. Сегодня день явления Шрила Бхактихаридова Варнага Сабхарад. Я хотел немножечко введение рассказать об этом, о том, что чистые преданные, для них Кришна-бхаджан — это абсолютно отдельная вещь, а для материальных людей, для тех, кто живет в материальном мире, для них Кришна-бхаджан — это совсем другое. Они не могут понимать, что на самом деле является Кришна-бхаджаном. И я начал говорить об этом, что для Сарасвата Гаудия Вайшнав и для всех Гаудия Вайшнавов, в принципе, но есть некоторая особенность у Сарасвата Гаудия Вайшнава. Если у нас есть какие-либо особые качества, у нас нет к этому ложного эго, потому что мы знаем, что все идет из одного единого источника. У нас нет силы, у нас нет качеств. Все идет из трансцендентного мира через этот особый канал. На самом деле, Шрила Бхакти Харидой Вамадева Госвами Махарадж. Что означает Бхакти Харидой? Что это означает? Бхакти Харидой означает преданность, это сердце Вамадева Госвами Махарадж. Бхакти Харидой. То есть Бхакти — это сердце Вамадева Госвами Махарадж. Поэтому дали такое имя. Вамадева Госвами Махарадж. 108 имен саньяс есть. 108 титлов. Пури, Бхарати, Парват можно найти в Гаудия Кантахаре. Бон Махарадж тоже одно из этих имен для тех, кто принимает Тридандо Саньясу. Особенность Шрилы Бхактивинода Госвами Махарадж я хотела бы обсудить. Мне не хочется разговаривать, что Махарадж родился там, приехал туда. Онтологические и морфологические аспекты есть. Мне нравится говорить Сиддханту. Потому что Парампуджапад Кешава Госвами Махарадж, Парампуджапад Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур Прабхупад, они все любили обсуждать Сиддханту. Вайшнав.
сегодня день явления, и они хотят обсуждать это. Он родился в Дхаке, сейчас это Бангладеш. Но какова его особенность? Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада поехал туда, в Дхаку. Сейчас это Бангладеш, а тогда была Восточная Бенгалия. That time it was total India. Prabhupada went there in Dhaka and Prabhupada speaking some Harikatha. И Прабхупада давал Харикатху, и Шрила Бхакти Хридой Бонна Свами Махарадж по милости Баладева пошел туда не намеренно. Пошел туда, чтобы купить лекарство для отца, который был при смерти. Так болен, что был при смерти. И доктор прописал лекарство, и он побежал получить эти спасительные лекарства. И он побежал в аптеку, но посреди увидел какого-то крупного саду золотистого цвета тела Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, который говорил Харикатху. И он хотел послушать, о, как он красиво выглядит. Я должен послушать, как он мощно говорит. Но так или иначе, я должен купить лекарство. Я могу сказать ему, что приготовил лекарство, и в промежутке послушать. Он пошел, дал бумагу в аптеку, велел приготовить, сказал, что он вернется. И когда он слышал Харикатху, он забыл о том, что его отец умирает. И он там принял решение приехать сюда, в Майяпуру, к Прабхупаде. Он хотел посвятить всю свою жизнь на служение Чайтанья Махапрабху. Некоторые преданные иногда говорят таким образом: «Махарадж, мой Гурудев Нитья Парушат Чайтанья Мадхава». Все говорят. Но как вы можете говорить, что он вечный спутник Чайтанья Махапрабху? Когда и как вы можете говорить? Когда вы можете знать, что желание Чайтанья Махапрабху было исполнено таким Махапуруши, тогда вы можете сделать выводы такие. А Прабхупаде иногда я говорю об этом. Кто-то говорит: мой Гурудев — вечный спутник Прабхупады. Все говорят таким образом. Даже те, кто приняли Харинаму тоже, да, только не Дикшу, они тоже говорят такого. Ну, может быть. Потому что вам не нужно ждать дикши, пурашчарана видхи. Пурашчарана — это особая процедура, через которую вы можете получить какое-то осознание. Но харинама настолько могущественна, что вам не нужно ждать пурашчарана и дикши. Только с помощью харинамы вы можете получить все. Но при каком условии? Если вы будете бороться со мной: «Махарадж, я уже получил харинаму от Кешава Госвами Махарадж, поэтому мне не нужно получать дикшу». Нет. Вы должны будете получить дикшу. Мы не можем нарушать процедуру, которая установлена нашей Гуру Варгой. Вот этот стих есть. Рагунанда Дас Госвами там говорит: вам, да, вы должны будете принять дикшу. Без дикши вы не можете обрести чистоты. Ожидаемой чистоты вы не получите. Без дикши вы не можете преодолеть, разорвать узы майи. Поэтому дикша обязательна.
Вы не можете говорить, что Махараджа тут написано в шастрах, поэтому мне не нужно принимать дикшу. Нет, вы должны принять дикшу. Но Бхактинот Такур в читании Чаритамрити в этой шлоке он говорит, что те, кто чандалы, кто это такие, в крематории они помогают сжигать тело. И те, кто готовят плоть собаки, собакоеды, сапаш. Если какой-то вайшнав рождается в такой низкой семье, Рамануджа Ачарья говорит, он 100% чист. Я хотел, говорил также немножко о Рамануджа Ачарье, но время очень ограничено. Если бы я бы говорил 5 часов, я бы хоть что-то мог рассказать, но за 1 час невозможно. Но смысл в чем? Бхактивинода Такур говорит, и также Рамануджа Ачарья говорит, любой вайшнав, который рождается в низкой семье, он самая чистая личность на планете. А есть еще один вайшнав, он родился в Бардаман, в округе Бардаман где-то. Калидас, один преданный Чайтанья Махапрабху, он был дядей Рагхунатдаса Госвами. Мне нужно говорить таким образом, что в прошлом ашраме у него были такие отношения, потому что, конечно, после того, как он принял саньяс, у него не осталось связи с Калидасом. Кто такой Калидас? Хотя он чистый преданный, но у них только на этом уровне уже остались отношения. Но в прошлом ашраме Калидас был дядей Рагхунатдас Госвами по семейным отношениям. И вот этот Калидас получил полную милость Чайтанья Махапрабху. Каким образом? Потому что всю жизнь Калидас принимал учисту всех вайшнав, то есть остатки пищи. Такова была особенность Калидаса. Ему было интересно принимать учисту всех вайшнав, не этого вайшнава из брахманской семьи или там. Он не различал всех вайшнав, он принимал остатки пищи. У него была такая привычка принимать учишту всех вайшнав. И вы знаете, как вы можете получить силу в баджана. Как? Вода, которая омывает лотосные стопы вайшнав. Пыль с лотосных стоп вайшнав. Учишта, остатки пищи вайшнав. То есть вот эти три субстанции, Махапрасад, это называется Маха-Маха-Прасад. Рагхунатдас Госвами, то есть Калидас, у него была стопроцентная вера, что когда он будет принимать, оказывать служение, принимать остатки пищи вайшнав, он может победить материальный мир и получить прибежище лотосных стоп Чайтанья Махапрабху. Мы, Удва говорит, мы слуги Кришны. Мы всегда и кушаем прасадам Кришны. Удва говорит, о Прабху, мы всегда принимаем твой прасад, твоя одежда тоже прасад, твоя гирлянда тоже прасад, твоя пища тоже прасад. Мы всегда пытаемся
жить в твоем просаде, чтобы майя не могла повредить нам. И Кали Дас обладал стопроцентной верой, что мы можем разорвать узы майи и получить полную милость читания Махапрабху. Таким образом. И поэтому Кали Дас получил полную милость читания Махапрабху. Как? Потому что читание Махапрабху находится в сердце каждого живого существа. Поэтому, когда Кали Дас пришел в Нилачал, в Пурушоттама Дхаму, и когда перед тем, как войти в храм Джаганнатха, Махапрабху всегда омывался лотосными ступни. Это была его обычная процедура, но Махапрабху всем строго наказывал. Йоговинда, никто не должен принимать ни капли этой воды с моих стоп. Он дал строгое наставление. Никто никому не позволил. Но в тот день Кали Дас стоял там. Махапрабху омылся лотосные стопы, и через ступеньки, со ступенек он взял эту воду и принял воду. Три раза. Чайтанья Махапрабху омывает лотосные стопы, и он собирает воду, стекущую вниз. Три раза. После этого Чайтанья Махапрабху сказал: «Теперь хватит. Я позволил тебе три раза, потому что у тебя есть стопроцентная вера в Учишту Вайшнав. Поэтому я позволил тебе трижды, но не больше». Это означает, что Чайтанья Махапрабху дал ему полную милость Кали Дасу. И я показываю вам, как вы можете получить силу в баджане. Таким образом, Бонгасвами Махарадж, после того, как он услышал Харикатху от этого Махапуруша Бхактистанта Сарасвати Госвами, он принял решение оставить материальный мир сейчас, не потом, не на секунду позже. Прямо сейчас. После этого он приехал сюда, в Майяпур, принял прибежище в лотосных стоп Прабхупады. Одну Сиддханту я хотел обсудить 10 минут назад. Как вы можете получить 100% успех через Харинаму? Вы должны помнить об этой процедуре. Бхактивинод Такур говорит, вы можете обрести успех через только Харинаму. Когда? Когда вы на 100% верите, что Харинама даст мне все. Когда вы можете на 100% верить, Харинама полна и совершенна, потому что вся Сиддханта, все писания говорят, что Харинама полна сама по себе, она может дать все. Если вы на 100% обладаете такой верой, тогда через Харинаму вы можете обрести Кришну. Но если у вас хотя бы на процентик не хватает, о, я не принимаю дикшу, что мне делать, тогда вы не можете этого получить. Поэтому я бы сказала, что дикша — это дополнительный фактор, но в то же время обязательный. Я могу привести еще один пример. Через Харинаму вы можете получить силу поклоняться Кришне, но обычно мы не получаем это. Только после того, как мы получаем Вишну Дикшу, только после этого у нас выдается шанс поклоняться Вишну. Я могу привести вам много примеров. 100% могу дать. Вы можете... В Калькутте, в Рамбала, когда Бхактивинод Такур построил какое-то здание, там Курма Дева, это Курма Шила. Бхактивинод Такур нашел, когда раскапывали
фундамент. И Бхактивинода Такур дал Харинаму Вималапрасаду, маленькому ребенку. 8 лет ему было. И в возрасте 8 лет Бхактивинода Такур дал ему наставление Вималапрасаду. Ты должен поклоняться этой шалаграмме. В то время как у нас нет возможности поклоняться шалаграмму, если мы не получили дикшу. Почему? У него все была 100% вера Кришну, но Прохлада действует как Ачарья. У нас есть этот пример. Если у вас есть 100% вера, что Харинама может дать все, и все писания дают этот конечный вывод, что Харинама может дать все. Парикшит Махарадж, он не получал никакой особой дикши от Шукадева Госвами. Он слушал Бхагаватам. И через Бхагаватам он взрастил это чувство отношений. То есть самбанда видея прайоджи, самбанда гьям прайоджи на гьяну и авидея. Парикшит Махарадж получил все три через слушание Бхагаватам. Поэтому я говорил этот стих. Я рассказывал эту шлоку несколько дней назад в Майяпуре. И Парикшит Махарадж через слушание Бхагавад Катхи, это написано в шастрах, через слушание Парикшит Абхава означает успех. То есть он был, получил, достиг совершенства через слушание Бхагаватам. Это Сиддханта, написанная Бхактивинодой Такуром, что если у вас есть 100% вера, что Харинама сама по себе может дать все, тогда и только тогда вам не нужно принимать дикшу. И вы можете достичь совершенства. Иначе это обычная процедура, и вы должны принимать дикшу, потому что нам не нравится нарушать правила, установленные нашими ачарьями. Бхакчара Трикавида Рамануджа Ачарья говорил, что те, кто получает 5 самскар, они чистые. Те, кто не получает эти 5 типов самскар, даже несмотря на то, что они могут родиться в семье брахманов, они все равно не чистые. Также можно в Рамаяне, в какой-то из дней мы можем обсуждать Рамаяну. Один человек в Рамайне, Бхак Чандал, он получил полную милость Рамачандры. Рамачандра обнял его, сказав, ты мой друг. И также Джатай. Джатай родился. Птица Джатай, но все же получил полную милость Рамачандры. Хануманджи тоже. Он говорил, я родился обезьяной. Какие качества у меня есть? Хануманджи Махарадж великий, но мы знаем, но все равно он так говорит. Я животное, тварь. Я не родился в высокородной семье. Я не красивый животное, у меня нет знания, хотя мы знаем, что Хануманджи Махарадж величайший гьяни, но все равно он так говорит о себе, у меня нет знания, я не происхожу из хорошей семьи, я некрасив, у меня нет денег, я животное, у меня нет образования.
но все же я получил полную милость Рамачандры. Я могу обсуждать это долго, это очень интересная тема. Если вы хотите получить полную милость Кришны, тогда мы должны выйти из ложного эго полностью. Если есть хотя бы запах ложного эго, тогда мы не можем получить милость от Верховного Господа. В этом шастре, да, приводится доказательство тому. Поэтому если у вас есть стопроцентная вера, что Харинама может дать вам все, тогда Харинама действительно может вам все дать. И вам не нужно ждать ни дикши, ни пурашчара. Вы можете получить все на 100%. Но обычно правило не такое. Обычно правило, что мы должны получать дикшу. Бхактивинода Бхага Свами Махарадж, какова его особенность? Хотя у него было не очень высокое материальное образование, он заканчивал институт, но все же его образование было не очень высоким. Наш Кришнадас Бабджи Махарадж, его образование тоже было не очень высоким, но чувства были настолько высоки, и сердца настолько чувствительны, что они могли осознавать все. Он, Госвами Махарадж, пришел к Прабхупаде, принял Харинама Дикшу и очень быстро, кажется, через полгода Прабхупада дал ему саньясу. Бхакти Гауравайканас Госвами Махарадж, Бхакти Хридайбан Махарадж и еще один саньяси. 3-4 особых личности, для которых Прабхупада одобрил саньясу очень быстро, не прождав даже года после первого посвящения. Чудо! Когда кто-то принимал Харинаму от Прабхупады, Прабхупада ждал как минимум 2 года, чтобы наблюдать за его поступком. Как минимум 2 года, если не больше. Иногда 4 года, иногда 5. После этого к Прабхупаде, если он находил, что теперь как бы его прошлое уже, он очистился, и он считал, теперь он готов принять дикшу, иначе нет. И сейчас можно получить харинаму, дикшу, красную одежду и даже саньясу одновременно. Но тогда было очень сложно получить дикшу. Если Прабхупада думал, что человек готов, если Прабхупада считал его готовым, тогда он давал. 20 лет спустя Прабхупада думал, я думаю, должен дать мне ему саньясу или нет. Но сейчас можно быстро получать. Так много тайны сиддханты, сокровенных сиддханты в этом. Никому не хочется обсуждать это. Им хочется держать вас в невежестве, чтобы вы не могли понять, о чем я говорю. Ну да. Если я буду все рассказывать открыто по сиддханте, вы сможете понять. Будете думать, а он саньяси? Нет, его действия доказывают, что он не саньяси. Он даже некоторые преданные грехасти, которые живут совершенным образом, даже их жизнь более возвышена, чем у того или иного саньяси. Почему он воспринимает ненужную саньяс? Бхактивинода Тхакур плачет. 150 лет назад я могу показать вам писание о том, где написано, что Бхактивинода Тхакур плачет. Почему он принимает от одежды отреченного, чтобы он еще не чист? Бхактивинода Тхакур плачет. Снова и снова повторяю. Я могу показать вам
Столько статей Бхактивинода Тхакура. Никто не хочет переводить эти статьи. Пратишта Самарджана, Саду Санга Праная Виша, Саду Санга. Столько статей. Если вы прочтете, вы с ума сойдете. Бог ты мой, Бхактивинода Тхакура так пишет, а что происходит прямо сейчас? Бхактивинода Тхакур плачет. Это Намахатта. Я хотел поговорить об этом Пурушоттам на день явления Прабхупады много раз. Так много тем, но время тогда очень ограничено, много выступающих. Они дают мне особое время, но все равно мне его недостаточно. Все обсудить невозможно в это короткое время. Но очень разумные, те, кто приходит на Харикатху, они могут понять, о чем я. Обычные люди не могут понять, о чем я раньше хотел сказать. На самом деле, вот это сейчас период Намахатты. Намахатта — это место, где мы можем найти всегда Нитьянанду. Нитьянанда дает нам возможность воспевать славу нашей Гуру Варги и Кришны. Нитьянанда не может позволить, если я делаю это поле грязным. И Бхактивинода Тхакура считает себя дворником Намахатты. Что это означает? Бхактивинода Тхакур хотел очищать это поле, это место. Бхактивинода Тхакур не может позволить никому, кто хочет засквернять это место. Поэтому Бхактивинода Тхакур говорит, я уборщик Намахатты. Ему хочется всегда очищать это место. И вся наша Гуру Варга, Прабхупад, Кеша Госвами Махарадж, Бхактивинода Тхакур, вся наша Гуру Варага, они все считают себя, я тоже, я должен очищать это место, поэтому всем нравится выгонять меня, поэтому всем нравится убивать меня. Почему? Потому что им нестерпимо то, что я говорю. Они хотят убить меня, выкинуть меня. Почему? Потому что мне нравится говорить то, что сказал Прабхупада, то, что Бхактивинода Тхакур. А я ему отвечаю, что вы говорите такое? И 150 лет назад Бхактивинода Тхакур плакал. И Прабхупада дает харинам, после этого дикшу, после этого саньясу. И после того, как он дал саньясу, на самом деле Бон Госвами Махарадж с самого начала, у него были особые качества оратора. И в то же самое время он хорошо знал английский. В настоящее время, если будете читать язык Госвами Махараджа, можно счесть, что выпускник Оксфорда, он не знает английского по сравнению. Настолько возвышенным был язык Бон Госвами Махараджа. Вы не можете найти ни одного человека в этом мире, кто мог бы взять на себя ответственность перевести Бхактирасамрита Синду на английский. Это практически невозможно. Если я могу найти какое-то слово, которое... Это практически невозможно. Если вы скажете мне, что я хочу использовать какое-то слово, я скажу, это практически невозможно, потому что вы не можете найти слово, которое можно найти, которое смог бы передать точно значение термина, который использует Рупа Госвами Бхактирасамрита Тик. Синду. Тем не менее, Бон Госвами взял на себя ответственность перевести. По милости, он смог, Махапрабху он смог перевести только первую часть. С помощью своих друзей из Англии он пишет своих мемуарах.
Он смог это сделать. И теперь можно найти силу. Вы можете понять силу Бон Госвами Махараджи, насколько он был возвышенный и сильный проповедник. Когда он принял саньясу, Прабхупада решил отправить его за границу. Первый, кто поехал на запад, это Бхакти Пратип Тиртха Махарадж. Затем Бон Госвами Махарадж и Свами Махарадж, все они поехали на запад. И Бон Госвами Махарадж — это особая личность. Можно говорить Харикатху. Хотя мы уже знаем, что Бхактивинода Тхакура — это первая личность, которая говорила Харикатху перед западными преданными. Он первый представил Гауди философии на других языках. Он знал столько языков: английский, хинди, санскрит, бенгали, парси, урду, ория. Столько языков. Он говорил на них. Он говорил перед иностранцами. Он был первый, кто говорил Харикатху по-английски. После него пришла другая Гуруварга. И все наши Гуруварги, они все дворники Намагаты. Они думают, мы не можем позволить, чтобы скверна появилась в Намагате. Я, например, злюсь. Я могу кричать сильно. Через писание и речи я лаю, как собака. Дев Госвами Махарадж, после того, как он принял саньясу, Прабхупада повелел ему: ты должен поехать на запад. Поэтому ты должен принять Юкта Вайраги. Юкта Вайраги — это вайраги гармонии, баланса. Что это означает? Только в Рупануга Баджане можно понять этот момент. Материалисты не могут это понять. То, что называется Юкта Вайраги. Эту концепцию можно получить только под руководством Прабхупады. Материалисты не понимают на 100%, каково значение. Кто-то говорит, что у некоторых у гопи ганы во Вриндаване есть Юкта Вайраги. Каким образом? Потому что гопи носят прекрасные украшения и одежды для удовлетворения Кришны. У них нет ни следа удовлетворения собственных чувств. Они хотят только удовлетворить Кришну, поэтому они одевают прекрасные одежды, прекрасные украшения, рисуют на себе красивые узоры, умощают себя ароматными благовониями, чтобы удовлетворить Кришну. Но если я хочу доказать, что я отреченный, преданный, у меня есть вайраги, но Бхактивинода Тхакур будет улыбаться и Прабхупада. Ты вайраги? Ха! Бесполезный. Мы знаем твое сердце, полное кама внутри. Поэтому Сарвабхаума Бхаттачарья пишет хорошие вещи. 100 стихов. Там Сарвабхаума Бхаттачарья пишет, что преданные Чайтанья Махапрабху, они могут только получить такую концепцию Юкта Вайраги. Обыватели не могут этого понять. Даже в гору Лили можно найти, что какой-то там брамачари пил только молоко. Он хотел получить даршан Раса Лилы от Гаурани Махапрабху. Эй, зачем? Ты думаешь, ты пьешь молоко, и за это ты можешь получить даршан Раса Лилы? Не думай так, говорил Махапрабху. Великие асуры совершают аскезы. Великие Хираньякашипу, Хираньякша, Равана, Кумбхакарна, они такие аскезы совершают.
Никто не может ожидать такого отречения. Махапрабху говорит в Чайтанья Чаритамрите. Демоны тоже выказывают такие аскетичные качества. А ты что думаешь, что через аскезу ты можешь меня получить? Нет. Написано. Сарвабхаума Бхаттачарья говорит сейчас, когда он получает полную крипу Махапрабху, после этого он уже говорит «Вайрагья Виджа», когда «Вайрагья», ваше отречение — это совершенное образование. «Вайрагья» — это «Виджа». Есть «Виджа» и «Авиджа» — знание и невежество. Теперь, когда он получил полную милость Махапрабху, говорит таким образом, «Вайрагья Видья, Виджа Бхакти Йога». Чайтанья Махапрабху нисходит в этот материальный мир, чтобы учить нас, какая вайрагья вам нужна. Какой тип вайрагья вам нужен, чтобы вы могли удовлетворить Верховного Господа. Учить этому приходит Чайтанья Махапрабху. Вайрагья Видья Ниджа Бхакти Йогам. Это секрет бхакти-йоги. Бхакти-йога очень сокровенная, потому что Господь никогда не хочет раздавать бхакти-йогу обычным людям. Только в Чайтанья Лиле он делает исключение. Поэтому иногда я говорю так. Кто говорит этот стих? Прабхудананда Сарасвати. Это только особенность Гаура-лилы. Когда кто-то приходил к Чайтанья Махапрабху, тот, кто хотя бы не совершал вайшнава парадхи для них. Чайтанья Махапрабху раздает без сомнения. Да, бери, бери. Махапрабху, у меня нет силы принимать бхакти-расу. У тебя нет сосуда, у меня есть сосуд. И сосуд и расу. Для расы, если вы хотите пить расу, вам нужен сосуд. Если кто-то хочет дать вам расу, вы можете сказать, у меня нет сосуда, ну я дам тебе сосуд. И расу дам. И то, и другое Чайтанья Махапрабху дает особое место. И Сарвабхаума Бхаттачарья говорит, «Вайрагья Видья». Чайтанья Махапрабху хотел показать нам такую вайрагью, которая может удовлетворить Кришну, Юкта вайрагья. Поэтому, когда Брахмананда Бхарати пришел к Чайтанья Махапрабху в Халиме с кожей, Брахмананда Бхарати говорит, «О, где Брахмананда? Идет? Прабху, можем привезти?» «Нет, он Гуру Варга, я могу пойти к нему». Говорит Махапрабху, «Я должен пойти к нему». И Прабху побежал получить даршан Брахмананда Бхарати. Когда он предстал перед Брахмананда Бхарати, он стал спрашивать, где Брахмананда Бхарати? Да вот же, он не Брахмананда Бхарати. Разве Брахмананда Бхарати может носить одежды, шкуры животного? Тогда Брахмананда Бхарати смог осознать, это учение Махапрабху, я не должен носить тигриные шкуры, чтобы показывать себя великим отреченным. Но так много одежды в материальном мире, я могу взять себе одну.
И когда Брахмананда Бхарати осознал сердце и ум Чайтанья Махапрабху, он тут же оставил свои шкуры и одел обычную хорошую одежду. О, вот Брахмананда Бхарати. Я кланяюсь тебе. Вы кланяетесь, да. Ты Брахма. Ты кланяешься мне. Нет, ты Брахмананда Бхарати. Ты Брахма. Нет, нет. Махапрабху так вот прославляет. На самом деле есть два Брахма. Один Брахма проявляется двух видов. Джаганнат сидит в одном месте и никуда не бежит, не бегает. И Шри Кришна Чайтанья. Ты два Брахма. И Махапрабху спорит. Таким образом, Чайтанья Махапрабху хотел доказать, что ты должен следовать процедуре Юкта Вайраги. Сухое отречение, сухие аскезы могут иссушить твое сердце. Ты не сможешь вырастить бхакти. Чтобы взрастить бхакти, твое поле, сердце должно быть очень мягким, иначе невозможно получить. И Бонга Свами Махарадж получил силу от Прабхупады, и Прабхупада сказал, ты должен принять юкту Вайраги, поехать на запад и говорить этим иностранцам. Потому что если я поеду в Колумбию, в Германию, они не будут слушать Харикатху. Если мне нужно объяснять философию Гаудия Вайшнава иностранцам, сейчас многие ездят, но тогда нельзя, нужно ездить. Я говорю, могу тоже. Пальто одеться и костюм. Тогда такое было очень редко. Никому не интересно было ничего слушать. Когда Рабиндранат Тагор вернулся из Англии, Ему наградили за то, что он написал Рабиндранат Тагор, известный писатель. И когда он встретился с Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупадой, он спросил, что вы думаете, если я отправлю преданных на Запад, можем ли мы достичь успеха? И он сказал, нет, бесполезно, даже не посылайте никого. Им неинтересно, они бегут к Майе, они не могут быть внимательны к вашим словам, что правда? И Прабхупада начал говорить Харикатху перед Рабиндранатом Тагором. Прабхупада стал говорить тут же Рабиндранат Тагор. И через полтора-два часа Рабиндранат Тагор сказал, подождите, я ошибаюсь. Если кто-то, какой-то преданный, как вы, поедет назад в любое время, куда угодно, он будет успешен. Вот, что я хотела узнать, Прабхупада сказал. Если есть бхакти, даже вы можете быть чудо. Это была техника Свами Махараджи проповедовать обыкновенным людям через красивых матаджи. Это было великое искусство Свами Махараджи. Хорошие, хорошие, красивые девушки, они идут на перекрестке, они говорят. И люди останавливаются посмотреть. И тогда Свами Махарадж уже мог дать им дальнейшее лечение. Это уникальная техника Свами Махараджа. И теперь вы видите, Прабхупада теперь принял решение отправить преданных на Запад начальным посланием Бхакти Прататиртха Махараджа, потом наш Госвами Махарадж, потом
Отправить чем Шридада Самарадж, но Шридар Махарадж плакал. Прабхупада отправляет меня на запад, я не могу получать даршан Прабхупада. Затем Прабхупада принял решение не отправлять Харигриву Брахмачари. Бхакти дает Мадхава Госвами Махарадж и Шридара Госвами Махарадж. Потому что Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж был таким красивым, он решил, что если он поедет на запад, будет большая проблема. Если все мы наслаждаемся полной милостью Прабхупады, что Майя может сделать? Это была просто лила, на самом деле. Прабхупада хотел проповедовать Гуру Гаудия Даршан через меня, Мадхава Госвами Махарадж. Поэтому после того, как Шридхар Махарадж говорил, теперь я сижу в Каладхавипе, Майапуре, и все ко мне приезжают. Теперь я могу управлять вещами. Все иностранцы приезжают ко мне тоже, я проповедую. Хотя я не ехал завтра на запад. И мне и не нужно было ехать. 10 тысяч людей могут приехать, я все равно могу совершать свою бхаджану. И для Бхакти Госвами Махарадж Прабхупада принес пальто, туфли, костюм и повелел Бхакти Махараджу: ты должен носить костюм, брюки, рубашку и пальто и прийти к нам передо мной. И Бхакти Махарадж очень засмущался. Ну что же я тебе говорю, он молчит. Засмущался. Это Юкта Вайраги. Иди и переоденься. Одень костюм, туфли, пальто. Что делать? Прабхупада велит. И после этого он чувствовал себя очень смущенно, неловко. О, вот это называется Юкта Вайраги, сказал Прабхупада. Для истинной проповеди Чайтанья Махапрабху мы можем не зайти на любой уровень. Не зайти. Но на самом деле мы не сходим, но обычные люди говорят, он не сходит. Это Сиддханта Прабхупада. И для истинной проповеди Чайтанья Вани я могу не зайти на любой уровень. Может быть, люди будут меня критиковать, мне не важно, потому что я делаю все для служения Чайтанья Махапрабху, не для собственного удовлетворения. Таким образом, такое настроение Прабхупады, Сиддханта Бхакти Госвами Махарадж получил, и после этого он полетел на запад, хорошо проповедовал везде. Бхакти Госвами Махарадж, а затем Госвами Махарадж, Бхакти Прагиптирта Махарадж, они проповедовали, но на высоком уровне. Они проповедовали очень на высоком уровне. В университетах, в городских холлах, везде говорили. Бхактинат Такур тоже, но он не поехал на запад. Но я слышал, Прабхупада поехал однажды, я слышал, но так или иначе. Проповедовали для очень образованных людей, но Шрила Бхактиданта Свами Махарадж, он проповедовал на уровне пол, поэтому он так широко и успешно. После этого он поехал в Германию, Бхакти Махарадж. И в Германии он хотел говорить о философии Гауранги, потому что немцы, им интересна была больше, чем англичанам, индийская философия раньше. Издавна. Рам, Махабхарата, санскрит. Это все было интересно. Даже больше, чем Англии и другим европейским странам. Но Бхакти Госвами Махарадж
не знал немецкого. И в особенности тогда там была ненависть к ней, к англичанам, не хотелось слушать английский, и англичанам не нравилось слушать немецкий. Как я могу проповедовать? Они не могут понимать, что делать. И он начал учить немецкий, и за полгода он выучил немецкий, и тогда начал говорить немцам. All about this Chaitanya philosophy. Философия Чайтаньи Махапрабху. Speaking, then after that, you know, so critical moment, no money. Критический момент, нет денег. Как платить? Room, за комнату, no money. Даже не на что снимать. No prasadam, what to take? Prasadam нет, денег нет. What to take? Что есть? Then by parcel, и dry foods, посылка, кто-то сухие продукты ему посылал, и он, Махарадж, проповедовал. Таким образом, он, наконец, принял решение выполнить волю Прабхупады на Западе. И некоторые западные преданные получили посвящение у Прабхупады. Один или двое тогда у Прабхупады приняли посвящение. Можно видеть на фотографии, я забыла имена. Вот таким образом. И после этого, когда Прабхупада ушел, затем Бхонгасвами Махарадж хотел совершать баджан исключительным образом. Кто-то говорил неверно, что Бхонгасвами Махарадж пошел против Прабхупады. Я думаю, нет, не нужно говорить таким образом. Кешугасвами Махарадж написал утренний киртан, кто-то говорил, он предал Бхактивинода. Нет. Кешугасвами Махарадж написал утренний киртан для обычных людей, потому что обычные люди не могут понимать. Утренний киртан — это такое таинство, и поэтому Кешугасвами Махарадж написал хорошую песню арти. Не для того, чтобы обойти Бхактивинода Такура. И Прабхупад, мое сердце всегда стремится к Рагануга Баджану. Что делать? Он сказал Прабхупаде наедине. Прабхупада сказал, правда? Прабхупада может понимать сердце каждого. Ты можешь приходить и встречаться со мной наедине. И тогда перед Бхонгасвами Махараджа Прабхупада дал указание, как можно совершать Рагануга Баджан. Рупануга Баджан. Он дал наставление Бхонгасвами Махараджу изучить молитву Рагунатха Дас Госвами. Prayer by Raghunath Das Goswami for the writing. Tavaiva Swami, Tavaiva Swami, Na Jivami Tvayam Vina, Iti Vijnana Devi, Nayo Maam, Tava Charanantikam. This Shloka, I forget. So many things. Столько всего в голове сразу не вспомнилось. Таким образом, so many books. Очень много книг Сабхавила Самритам, много книг Прабхупады. Ты должен изучать эти книги и по ним стараться понимать сердце Рагунатха Дас Госвами, потому что Рагунатха Дас Госвами Ачарья Прайоджана Татвы. Теперь дал очень аккуратно, точно наставление. Обыватели не могут понимать. Прартана Прамбхакти Чанрита, много книг народа, у нас такого много таинств там. Ты должен стараться
почувствовать. Если не можешь понять, приходи ко мне. Таким образом, Прабхупада дал наставление Бхагавад Гите Госвами Махараджу, потому что он мог понимать его сердце. Таким образом, Бхагавад Гите Госвами Махарадж совершил баджан, уединенный, и в поздние годы его жизни, когда он собирался оставить этот материальный мир, он написал хорошую книгу. Забыл. Враджа-вибхути. Нет, забыл, как называется. У меня есть эта книга на Бенгали, очень хорошая. Он написал все, что он испытывал в баджане. Кто-то говорил, что Бхагавасвами Махарадж нарушил правила Прабхупады. Это неправда. Вилакусуманджали. Еще одна книга о Баджане, Рагануга Баджане. Попытайся понять чувства Бхактинатха Такура Рагунатха Госвами. Бхактинатха Такура написал стотру, через которую Бхактинатха Такура дает полное чувство. Таким образом Прабхупада дал наставление. Таким образом он получил полное руководство от Прабхупады. Много раз Бхактинатха Такур написали много сокровенных вещей о Рупануга Рагануга Баджане, Бхагаватам. Я могу как-нибудь потом обсудить этот момент, коснуться этого момента. Потому что это очень широкая тема. Bikritam Bhajavadu Viradam Chavishnu Dishlo. I can discuss. And last line. Стих можно обсудить. Achirena Dhira. Achirena Dhira. Last line. Последняя строчка. Achirena Dhira. Вот это Achirena Dhira. Вот эти два момента я могу обсудить. Я могу доказать, как в математике. Like mathematics I can prove. Что у вас нет права в настоящем совершать Рагануга и Рагануга Баджан. Не сегодня, сегодня время уже вышло. Затем Лорд Госвами Махарадж начал совершать баджан во Вриндаван-Дхаме. И хотя он проповедовал широко, все же он принял решение не строить большие храмы, только баджан-кутир. Можно найти повсюду в Калькутте баджан-кутир, в Вриндаване баджан-кутир. У него нет больших храмов, потому что он знал, что если есть большие храмы, то значит большие, ну, то есть его все время будут отвлекать. Бхагавад Гите Госвами Махарадж был настолько высоко квалифицирован, что все ачарьи во Вриндаване, все ачарьи и четырех сампрадая, Рамануджа ачарьи, Мадхава Ачарьи, Вишну Свами, Нимбарка Ачарьи, все ачарьи этих сампрадай приняли решение сделать его общим ачарьи четырех сампрадай. Настолько великая личность, очень образованная, очень могущественная. И колледж здесь, восточной философии, его на Раман-Рете. Он основал. Большая личность. Мы должны критиковать нашу Гуру Варгу. Напротив, мы должны понимать сердце Шрилы Госвами Махараджа, сердце Кешава Госвами Махараджа, сердце других вайшнав. Мы не должны критиковать. Если мы не можем найти гармонию между... Но критиковать Гуру Варгу это очень плохо. И теперь, в поздние годы, когда он уже собирался оставить это тело, он войти в землю, есть, он вошел в баджан-кутир. Туда не пускают, я был там однажды.
потому что, ну, я не знаю почему, но я всем нравлюсь там. Я входил туда, там есть одна тайная комната, где Бонга Самарадж совершал баджан под землей. Никто не мог видеть, ему никогда не нравилось видеть кого-то. Только севак ставил ему немножко риса, ги и чуть-чуть соли, он ставил там на лесенку и уходил. Потом Махарадж брал и готовил сам. Я слышала от Капананды Махараджа. Однажды Махарадж дал наставление. В этот день, в это время я оставлю свое тело. Никто не должен касаться меня в этот момент. Вы не должны плакать, вы должны пить киртан только. И тогда, в это время, он в новых одеждах хороших. Он встал, совершил баджан, все пели киртан, и Бонга Сами Махарадж дал указание: теперь я буду оставлять свое тело. И преданный какой-то коснулся Бонга Сами Махарадж, Гурудева своего. Бонга Сами Махарадж сказал: коснулся меня, сегодня я не могу оставить свое тело. И опять ждал сколько-то дней после этого. Какое-то время спустя опять он сказал: сегодня я могу оставить это тело. Вот в это время, когда Кришна идет в Кунджу по этой дороге, тогда Кришна может взять меня с собой. Бонга Сами Махарадж совершил баджан и оставил свое тело. Таким образом, вся наша Гурварга. Видите, я настолько горд этим фактом, что я ученик Шрилы Бхактипрамод Пури Госвами Махарадж. Я падшая душа. Как это возможно, что я принял прибежище? Это беспричинная милость Гурудева, что он принял меня, грязную душу, такую, как я. Таким образом, я танцую. Моя Гурварга Бонга Госвами Махарадж. Мой Гурудев Госвами Махарадж. Мой Гурудев Кеша Госвами Махарадж. Я танцую. Я всегда радостен. Я всегда в положительном настроении. У меня есть надежда, стопроцентная вера, что мой Гурудев там, мой Гурудеварга там. Поэтому я тоже буду успешен. Почему нет? Гурварга мне всегда помогает. Хотя я слаб, но они помогают мне всегда. Я могу достичь успеха, почему нет? Таким образом, Бонга Сами Махарадж, я могу столько всего о нем говорить, но время уже очень ограничено, время не позволяет мне много всего говорить о Бонга Сами Махарадж. Я хотел бы коснуться чего-то, но еще минут 10 о Шриле Рамануджачаре. Коснуться только, это очень широкая тема. Рамануджачаре, вы знаете, большой ачарья. Большой ачарья. Невозможно осознать, насколько он великий ачарья. Рамануджа ачарья назвали Лакшмаджи в Рамлиле. Пришел в форме Рамануджа ачарья. И ученик Рамануджа ачарья, ну я потом, ладно, расскажу подробно, когда-нибудь в будущем. Куреш. Куреш — это вечный парешат Рамануджа ачарьи. Но в их сампрадае обычное понимание того, что Рамачандра пришел в форме Куреш, Рам Ангша, не полностью, а частично. И Бхаратамша, еще один ученик Рамануджа ачарьи. Бхарата пришел еще в этом материальном мире четверо ачарьи сампрадая, авторитетных вайшнавских, которых одобрены в Падма Пуране. У меня нет времени углубляться в эту тему. И Вишну с вами, Рамануджа ачарьи, Нимбарка ачарьи, Мадхва ачарьи. Мадхва ачарьи 700-750 лет назад, самый поздний. Вишну с вами был первым. Но было два Вишну с вами. Один старый Вишну с вами, другой Вишну с вами потом приходил. Было два Вишну с вами.
Валабхачарья, Сридхар Свамипад, они все из линии Вишну с вами. Нимбаркачарья тоже было двое. Ади Нимбаркачарья и еще один. Шанкарачарья тоже. Тоже было двое. Один Шанкарачарья, он явился в Керале, и после этого в Сампрадае написано, что он опять родился. Рамануджачарья победил того второго. Это тот же Шанкарачарья, но который воплотился еще раз. Я это могу обсуждать много. Висиштадвайта. Висиштадвайта – это Сиддханта Рамануджачарья. Висиштадвайта – чита, чит. Рамануджачарья родился в Бутапуре. Недалеко от Мадраса, Мадура, забыл сколько километров, Кешвачарья его отец, очень хорошая браманская семья. Мы очень удачливы, все наши четверо ачарьи родились в Южной Индии. Даже наши Санатана Рупа, все они из Южной Индии. Рамануджачарья, великая личность, с детства. Если я хотел бы обсуждать подробно, то мне понадобилось много времени, как он встретился с Ядавачарьей, как Ядавачарья хотел убить Рамануджачарью. Завтра я бы обсудил, если время. Завтра, кажется, Мадхавачарья Авербаф, или послезавтра нужно проверить Вайшнава календарь. Ладно, простите меня, пожалуйста, потому что я не хочу ничего обсуждать, не могу ничего закончить обсуждение, поэтому простите, пожалуйста. Я забыл сказать, простите меня, что это был не Рамануджачарья, а Мадхавачарья. Он был... Он победил второго Шанкарачарья. И вот когда второй Шанкарачарья, он был побежден Мадхавачарья. Но будьте осторожны, Шанкарачарья, он родился гораздо раньше. Первый Шанкарачарья, имею в виду. Он явился в Кероле, в каком-то месте, я точно не помню. Но там, смотрите, второй Шанкарачарья, он тот же самый Шанкарачарья. Поскольку в индийской парампаре написано, что Шанкарачарья родился заново, и Кешва Госвами Махарадж начал спорить с Майявади, что вы глупы. Как вы можете говорить такое, что Шанкарачарья опять родился? Вы не следуете своей собственной сиддханте, поскольку на Майявади не удивлены, как это, поскольку вы говорите, что Шанкарачарья он достиг брахма-нирваны, а сейчас вы говорите, что вы родились, он родился заново, и из этого следует, что ваше предыдущее утверждение, оно опровергается, если он уже... уже растворился в безличном брахмане, как он мог родиться опять? Это просто глупость. И вот я забыл это сказать, и прошу прощения, так много татвы, я хочу обо всем рассказать, но времени мало.